Не знаете, что приготовить вкусного и сытного на ужин? Предлагаю приготовить курицу с рисом и фасолью. Такое блюдо станет отличным вариантом для семейной трапезы. Пусть вас не пугает сочетание и риса, и фасоли одновременно, все получается очень гармонично и вкусно. Простые и доступные продукты помогут вам приготовить аппетитнейшее блюдо, ваши близкие оценят по достоинству. Я буду готовить в мультиварке, но с таким же успехом можно приготовить и на плите, в любой посуде с толстым дном типа казана. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Для этого рецепта подойдет любая часть курицы, у меня – бедро. Снимите с бедер шкурку и разрежьте каждое на две части. Сложите курицу в мультиварку и налейте масло. Снимите с бедер шкурку и разрежьте каждое на две части. Сложите курицу в мультиварку и налейте масло. Добавьте нашинкованную капусту и готовьте до тех пор, пока она не осядет. После чего положите измельченный чеснок и нарезанный кубиками помидор, предварительно сняв шкурку. Промытый рис и фасоль. Если у вас фасоль не консервированная, то предварительно ее можно отварить до полуготовности. Влейте томатный сок, по необходимости добавьте воду. Рис должен быть полностью покрыт жидкостью. Добавьте соль по вкусу и тушите все вместе около 30 минут. В самом конце перемешайте все и готовьте еще 10 минут. Курица с рисом и фасолью готова. Блюдо получается очень вкусное и питательное. Подавайте со свежими овощами или легким салатом. Приятного аппетита!